Ульяна. Имя Ульяна имеет латинское происхождение и произошло от римского личного имени Юлианус. В то же время были и промежуточные имена. Например, первым было имя Иулиания, от которого произошло имя Юлиания, и только затем уже Ульяна. В переводе означает «счастье». Женское имя Ульяна сегодня не особо популярное, но, несмотря на это, представляет собой довольно-таки интересный вариант наименования для новорожденных девочек. Оно имеет очень сильную энергетику, древнеримские корни и хорошую совместимость с мужскими именами. В рейтинге популярных женских имен Ульяна занимает 20-23 позиции и по статистике приходится на 13-15 девочек из 1000 новорожденных. Значение и энергетика имени Ульяна. Существует мнение, что значением имени Ульяна новорожденным девочкам в первую очередь сулятся такие черты, как жестокость и хрупкость, мужественность и чрезмерная женственность, уступчивость и упрямство. Другими словами, сулится очень непростой характер и противоречивая натура. Хотя, с другой стороны, все Ульяны без исключения имеют очень большое сердце и добры по натуре. Эти женщины всегда и всем вокруг помогают, стараются никого не обманывать и поступать только по совести. Трудно сказать, как сложится судьба такой женщины и как она будет чувствовать себя в обществе людей, но одно можно сказать точно – она никогда не будет изгоем. Эти женщины в своем большинстве пользуются авторитетом в обществе. Достоинства и положительные черты – доброта, доброжелательность, способность уступать в критические моменты и делать добро людям, которые этого, казалось бы, даже и не заслуживают. А еще Ульяна никогда не поступает плохо в отношении даже тех людей, которые заслуживают плохого. Ульяна плохо относится к мужчинам, которые доминируют над женщинами и стараются управлять ими, ненавидит людей, манипулирующих слабыми, и избегает общения с теми, кто ничего не может добиться самостоятельно, без чужой помощи. Астрологическая символика имени Ульяна. Камень-талисман, лабрадор и янтарь. Планета-покровитель, Плутон и Венера. Покровительствующая стихия – огонь. Животный символ – улитка. Растительный символ – мелисса. Лучший зодиак – скорпион. Число Ульяны – 5. Счастливый день – вторник. Идеальный сезон – осень. Ульяна в детстве. Характер девочки, получившей при рождении от родителей женское имя Ульяна, достаточно неплох, по всем параметрам без исключения. Значение имени Ульяна одаряет носительницу этого имени исключительно положительными чертами. Она добра, справедлива, спокойна, послушна, никогда не позволяет себе ослушаться родителей, почитает их мнение и во всем следует их советам. Отношения с родителями у нее отличные, это факт, и матери с отцом есть чем гордиться. Удивительная для ребенка рассудительность, решительность, уверенность в себе, целеустремленность, послушность, спокойствие, доброта, справедливость, добродушие, доброжелательность и жизнерадостность. Вот то, чем может похвастаться практически каждая Ульяна без исключения. А еще энергетика этого имени дарует натуре девочки и много других важных качеств, среди которых неумение сдаваться на полпути, настырность, уникальный склад ума, талантливость и желание учиться. Маленькая Ульяна к тому же отлично ладит со сверстниками. Нет, она не лидер, не организатор, но уважаемый член общества, даже в столь малом возрасте. Она ни с кем не конфликтует и всегда готова помочь нуждающемуся в помощи человеку. Ульяна-подросток. Достигшая подросткового возраста девчонка, для которой родители в детстве решили выбрать имя Ульяна, это уже совсем другой человек. Обычно натура этой девочки переполнена хорошими эмоциями и огромным числом идей самого разного характера. Рассудительность, надменность, принципиальность, бесконфликтность и справедливость, трудолюбие и дисциплинированность, планомерность и действенность – вот те черты, которыми можно охарактеризовать натуру, названной именем Ульяна, девочки. Но есть у нее и другие черты. Так, одной из них является несговорчивость и недоверчивость. Она никогда и никому не расскажет о своих переживаниях, никому не доверит свои секреты и старается держать все тайны под замком. И все это не просто так. Просто у этой девочки такая натура, что не позволяет ей рисковать и доверять кому-либо секреты. Она считает, что лучше не доверять никому своих тайн, дабы потом не разочароваться в людях. В учебе все отлично. Она легко справляется с изучением любого имеющегося в школьной программе предмета. Единственное «но» заключается в том, что сама она любит гуманитарные науки, в то время как к точным относится снисходительно.
понимая, что хоть они и не нужны в будущем ей, учить их все равно нужно. В браке. Ульяна достаточно привлекательная и таинственная женщина, никогда не испытывает недостатка в поклонниках, хотя ее скромность заставляет ее оставаться в тени более ярким дамам. Она предпочитает ждать того единственного, нежели размениваться на мелкие интрижки без будущего. Своему возлюбленному она подарит не только сердце, но и душу. К созданию семьи Ульяна подходит крайне серьезно, поскольку впоследствии вся ответственность в семье будет возложена именно на ее хрупкие плечи. Она просто не сможет иначе. Для нее важно, чтобы главой семьи стала именно она. Безусловно, далеко не каждый мужчина на такое согласится, но с другой стороны, она готова поддерживать супруга и уважать его, если он не будет мешать ее ощущению свободы и не усомнится в доверительности их отношений, ведь такая женщина просто не способна на подлость. Ульяна ценит супружескую верность и никогда не предаст мужа, но и измену ему не простит. После замужества Уля всецело посвящает себя семье, супругу и детишкам. Она становится замечательной и очень гостеприимной хозяйкой. Комфорт, атмосфера тепла и радости, домашний уют – это то, что видит каждый, кто придет к ней домой. Ульяна как мать. Ульяна, как правило, весьма серьезно планирует появление детей в своей жизни. Она четко знает, когда эти маленькие ангелочки будут действительно желанными и долгожданными. Всю себя она отдаст на благо своей семьи и своих малышей, и с головой окунется в процесс воспитания и образования детей. Для нее важно, чтобы дети с пеленок знали цену честности и доверию в отношениях, а также учились самостоятельности и независимости, как главным качествам успешного человека. Она заботится о том, чтобы ее дети с уважением относились к окружающим, а также учит их заботиться и помогать друг другу. В образование и развитие детей она вкладывает максимум усилий. Спортивные секции, кружки, танцы, школа, каток, репетитор. Так выглядит примерный ежедневник ребенка Ульяны в возрасте школьника. Совместимость. Наилучшая совместимость Ульяны в плане чувств будет с такими именами, как Август, Аким, Юлий, Остап, Панкрат, Севастьян, Кирилл, Кондрат, Тарас и Лев. Со Спартаком, Ермолаем, Казимиром, Лавром, Андреем и Александром Ульяна тоже может создать действительно крепкую брачную пару. Ну а с такими, как Родион, Эрик, Исаак, Пантелей и Всеволод, и вовсе лучше не пытаться строить отношения, так как ничего хорошего из такого союза не получится.